Всем привет! Приехал я сегодня на рыбалку. Пока что один. Приехал на берег уже довольно-таки поздно. Уже время после обеда. Но такое ощущение, как будто бы уже вечер. Как-никак осень наступила. Уже по ночам довольно-таки холодно. И я решил, что пора бы съездить на хищника, попробовать половить. Потому что я думаю, жерех уже должен клевать. Судак тоже должен клевать. Завтра сюда приедет дядя Толя еще в придачу. А сегодня я сутки буду один здесь находиться. Хоть я и приехал на хищника, но все равно буду пробовать ловить сазана и амура. Потому что бывало, что в такое время я ловил как раз таки самые крупные экземпляры и амура, и сазана. Вот так вот прям с берега. Так что я наварил кукурузы в кастрюлю. Сейчас первым делом я соберу закидушки. Расставлю здесь, потом соберу палатку. Прислали мне с компании Altai Camp новую палатку. Я как раз собирался себе покупать что-то на зиму. Такое думал, куб взять или еще что-то. И как раз мне предложили, вот тебе палатка, все, пользуйся с печкой, со всеми делами. Посмотрел уже по видео, как ее раскладывать и все такое. Так что уже примерно соображаю, что это такое. Сейчас, в общем, ее тоже соберу. И покажу вам, что мне прислали. Также хочу расставить снасти на сама. Сейчас пройдусь по берегу, найду самые глубокие места. Если дядя Толя будет с лодкой, тогда уплывем куда-нибудь еще, поищем на лодке завтра такие места глубокие. И там поставлю также на сама. Но для этого мне надо сперва поймать, на что я буду его ловить. Все, начинаем. Пока еще тепло довольно-таки, но ночью будет дубак. Так что пойду собирать палатку. Примерно неделю назад списался с представителями компании Altai Camp. И мне прислали вот такой набор. Это сама палатка. И вот здесь печерка небольшая. Как раз для этой палатки. Это у меня самый маленький вариант. Есть также еще больше на 4,5 метра, на 3,5 метра, в общем, не помню. На сайте по ссылке в описании перейдете, посмотрите все варианты, какие есть. Там также у них есть кубы, ну и различные всякие принадлежности для подобного типа палаток. Давайте смотреть, что там внутри. Еще ни разу не разбирал. Вот как получил на днях, так ее распаковал. Из упаковки транспортировочной. Так, здесь что-то есть внутри. А, здесь просто защита. Это пока отложим. Там еще много всяких принадлежностей. Здесь все скреплено вот таким ремешком. Ну вот я говорю, зонточного типа, раскладывается как зонтик изнутри. Сейчас я поправлю вот эту юбку. Палатка двухслойная, так сказать, такой зимний вариант. Есть также однослойные подобного типа палатки. Ну и, как я уже сказал, есть и размеры разные. Вот это самое мелкое. Так, что, давайте смотреть, как она здесь раскладывается. Все, принцип, как раскладывать зонтик, также натягиваешь кверху, и она раскрывается.
Вот и все, в принципе. Палатка установлена. Теперь остается растянуть ее. Здесь есть специальные для этого крепления, различные окошки. Сейчас все покажу по порядку, что здесь да как в этой палатке. Так, давайте посмотрим, что здесь еще у нас есть внутри. Вот такая вот штука. Пока не понял. А, все, понял. Здесь у нас лежат окна. Вот такие вот термостойкие, морозостойкие. Специально для палаток подобного типа. Дальше, что у нас еще есть? А, ну это защита на купол. Потом вот такие вот органайзер такой с кармашками. Я так понял, он внутри устанавливается. Вот такой вот. Смотрите, сколько здесь разных отсеков. Еще и на липучках. Вот прозрачный есть. Так, дальше. Что еще? Это я так понял. Что это? А, ну это, наверное, под печку. Такая из стекловолокна, видать, типа сделанная штука. Подкладывать. Вот. Огнестойкая. Понял. Сейчас мы все это соберем и посмотрим, как оно все выглядит. Здесь веревка. Также вот такая вот есть штучка. Это я сейчас покажу, для чего она нужна. И колья. Колья вот такого типа. Из тонкой арматуры сделанные. Такие надежные. Конечно, в лед ее не воткнешь. Надо будет что-то другое покупать. Но тем не менее, вон их сколько. Здесь целая куча. Здесь что? Здесь, я так понял, заплатки различные. Это образцы ткани, я так понял. Ну да. Может быть, для ремонта. Так, ну что, идем внутрь. Смотрим, что здесь. Вот эту штуку нам сразу надо выкрутить. Вот так вот она выкручивается. И на ее место вворачивается вот такая штучка. Вот так закручиваешь, чтобы случайно палатка не сложилась. Я, в принципе, думаю, она и так не сложится. Ну вот. Так, ну раскладушка сюда войдет, это точно. Я все думал, войдет ли сюда раскладушка. Раскладушка точно войдет. Вот здесь у нас имеются окна. Здесь несколько слоев. Вот там внутренний слой. Потом антимоскитная сетка. Вот она. С двух сторон лямки сделаны. Открывается. Очень удобно. Потом наружный слой. Тоже антимоскитная сетка. И еще одна. А здесь на липучках, чтобы приклеивать окно. Сейчас пойду снаружи отлеплю. Вот куда эта гайка, я пока не разобрался. Сейчас посмотрим, куда она подойдет. Так, что здесь у нас? Здесь у нас пол. Пол, который пристегивается. Вот здесь по кругу, видите, идет молния такая. Довольно серьезная. Пристегивается пол, в общем. Вот так вот. И полностью получается закрытая у вас палатка. Снутри, снаружи. Ну, давайте пристегнем, как быть. Вот здесь у нас вставляется молния. Вот так вот. Все-таки я, наверное, правильно пристегнул. Блестящей стороной
наружу. Разуюсь даже, чтобы не топтать. И так уже заморал изрядно. Вот такой вот пол получился. Вот здесь у нас также под печку специальным материалом сделано. Вот здесь выход для трубы. Уже тоже обделанный. И специальной тканью. И вот здесь видите металлические две такие пластины. И на наружной части то же самое. Сейчас мы это снаружи еще посмотрим. Печку сейчас все установлю полностью, чтобы было полное понимание. В принципе, ну вот я в полный рост стою. Вот здесь еще один органайзер такой с кармашками. Сейчас тот вот сюда прилеплю, который лежал. Вот так вот снаружи это все смотрится. Два окошка. Юбку вот так надо выставить. Я думал, если честно, что внутри она будет поменьше. Но довольно-таки нормальный размер. Итак, здесь я окошко уже раскрыл. Кстати, смотрите, какая здесь есть особенность. Допустим, если вы хотите оставить окошко приоткрытое, здесь есть специальный вот такой упор. Вот он на липучке прилепил. И у вас всегда вот здесь отверстие получается. Вот такая вот штука. Потом. Вот они все наши. Здесь 4 слоя. Внутренний, наружный, две москитные сетки в каждом окне. И плюс еще вставляется вот такая вот пленка, окошко. Ну, вот так вот, в общем, оно на липучку сажается сюда. Вот так вот ровненько. И если хотите, чтобы был свет в палатке, то не проблема, можно его вот сюда. Но это надо аккуратно сейчас прилепить. Сейчас я это все сделаю. Здесь все видите, везде, и вверху, и снизу, все это на липучках. Вот такое окошко получается. Это все также можно сюда завернуть, вот здесь закрепить на специальные крепления. Вот оно, оно. Вот так вот. Оп. И все будет держаться. Таких два окошка, в общем. Не знаю, надо мне ее растягивать или нет. Будет ли ветер или нет. Но я на всякий случай сейчас все равно отрежу веревку, сколько мне надо. Такие отрезки сделаю. Потому что все равно в будущем я ее буду растягивать, как ни крути. Ну, подготовлю уже заранее, раз уж собрал ее первый раз. Тем более оно ничего не будет болтаться, потому что в каждом креплении есть вот такой кармашек, куда эта веревка убирается. Засовываешь, все, застегнул, и она здесь будет, ничего болтаться не будет. Вот здесь, смотрите, я так понял, поддувало под печку. Ой, вот она, тоже с москитной сеткой. Вот все обработано. Заклеено, проклеено. Также можно вот так вот оставить приоткрытое на таком штырьке. И вот здесь вот выход для трубы печной. Сейчас мы это все дело будем устанавливать. Видите, все из специального материала сделано, чтобы не загорелось, не поплавилось.
Вот так вот. Вот видите, на всех слоях у замочка есть с двух сторон. О, язычок, чтобы закрывать у каждой молнии абсолютно. Москитная сетка очень-очень тоненькая. Я видел в первых вариантах, в обзорах, была потолще москитная сетка. Но вот, как бы обзорщики сказали, что ну, стоит поменьше сделать, потому что мошка будет все равно туда залетать. И вот, пожалуйста, уже вот такая вот мелкая. Все, закрою я сейчас полностью палатку, все окна. Прозрачное окошко убрал. Оно мне сейчас, в принципе, ни к чему. Оно только, наверное, зимой может понадобиться, чтобы сохранять температуру и при этом светло было в палатке. Так, все, закрою. Сейчас пойдем печку ставить. Вот так вот, да? Ага. Вот такая вот подложка. Давайте глянем саму печку. Так. Вот она у нас поддувала. Регулируемая. Специально сделаны здесь такие железочки, чтобы за горячую не браться. Все продумано. Палатка сама водонепроницаемая. Пруток здесь идет сантиметровый, металлический. Вот здесь, которые проходят. Они из авиационного материала сделаны. Специального какого-то, не знаю, сплава. Плюс все швы обработаны жидким полиуретаном в палатке. Так что они уже точно никуда не протекут. Ну, здесь труба. Вот она. Внутри. Все, все. Вот так вот печка поднимается на ножки. Вот так вот. Вот. Ну, плюс здесь еще вот такие есть экранчики, которые вот здесь на винтах можно поднимать повыше, пониже. Сюда что-то вешать, сушиться можно. Также вот здесь сверху есть вот такой отсек, видите? Можно сюда что-то положить, сушиться. В общем, здесь все продумано. Так. Ну вот, так примерно это все будет выглядеть. Вот, все довольно герметично получилось. Да, вот здесь по краям, в принципе, две раскладушки войдут. Такая, в общем, палатка на двух человек. Если летом, то здесь все пятеро лягут. Если без печки, легко прям. Вот так вот печка довольно высоко, труба торчит. Вот такая вот палатка. Сейчас еще сделаю растяжки и пойду уже рыболовные снасти собирать, потому что уже пора и порыбачить. Так, еще что касается дверей, тоже каждый слой имеет свою отдельную застежку. Москитка. Наружный слой, москитка. И все, наружный слой уже. Так вот она будет выглядеть в закрытом виде. Также на сайте вы найдете для такой палатки распашную дверь, которая тоже собирается. Но только вы не будете ее так уже открывать, расстегивать туда-сюда.
она будет просто вот здесь крепиться, вот на эту липучку, и будет распашная дверь, полностью открыли, закрыли, очень удобно, чтобы каждый раз не застегивать. Вот так по итогу выглядит палатка. Я решил ее вот так вот прям на эти же штырьки растянуть растяжками. Здесь вот так вот прям привязал к этим штырькам. Еще осталось у нас здесь 5 штырьков. Вот так вот я прям на них растянул. И юбку растянул. И боковины тоже. Ну, конечно, бочины лучше куда-нибудь подальше, в стороны растягивать. Вот как раз для этого есть 5 штырьков. И тогда она даже визуально будет больше выглядеть. Ну, я вот так вот собрал. Все, вот такая вот она в сборе. Сделана она из очень плотного материала, прям очень плотного. В общем, ссылку оставлю под видео в описании. Если интересно, перейдите, посмотрите на сайт, какие там еще есть у них продукты. Все делают красиво, качественно, вплоть до всех швов. Просто сделано очень здорово, так что советую. Вот, смотрите, входит вот такая вот стандартная раскладушка под тип американской. От печки остается еще вот такое расстояние. Я просто почему показываю? Сколько обзоров не смотрел, ни в одном не увидел. Вот именно, можно ли поставить раскладушку сюда, вот такую стандартную. Вот здесь можно поставить вторую. Еще раз говорю, если растянуть вот эти правильно бочины, она вот так вот будет еще намного шире. Вот, смотрите. Вот так встает раскладушка. Здесь можно поставить вторую. Здесь маленький столик. Ну и, в принципе, нормально. Вполне можно здесь зимовать с печкой. Вот. Спасибо Алтайкэмп огромное. Зимой вы эту палатку, надеюсь, у меня в видео не раз увидите. Все, в общем, буду собирать снасти. Уже вечереет, прохладно становится. Сейчас соберу штучек 5 донок. Расставлю по берегу здесь, все увидите. Прикормлю тоже пока не сильно, потому что, не знаю, может быть, буду 2 ночи здесь, может быть, буду 3 ночи. Пока не буду сильно закармливать. С завтрашнего дня уже начну такую серьезную рыбалку. Пойдем охотиться на хищника, на перекаты. Там выше есть. Здесь вдоль берега пройдемся. В общем, все увидите. Я думаю, рыбалка будет интересная. Надеюсь, что кроме хищника и будет еще и сазан клевать. Думаю, еще должен, по идее. На ночь, если будет наживка, то все снасти буду ставить на нарезку. Судак 100% будет клевать, мелкий. Ну, мелкий 100% будет клевать сейчас. Это я прям уверен. Вот крупный не знаю, но мелкий вот здесь вдоль берега точно будет, потому что он еще... Летом у меня в жару здесь клевал, правда, не засекался нифига, просто дергал всю ночь. А сейчас, я думаю, вот с наступлением холодов должен будет уже хватать он пожаднее и уже будет попадаться на крючок.
Глубина очень приличная здесь. Прям очень. Хоть и упала вода, но глубины хватает. Фрикцион я особо опускать не буду. Прям буквально чуть-чуть. Потому что крупная рыба. И все. Вот там за корягой все это дело будет. И уже оттуда никак не вытащишь его. Поклевка, блин, неожиданная. Что-то прям хорошо так зазвенело. Сейчас посмотрим, кто там зазвенел. Сазанчик. Вот видите, все-таки еще клюет сазанчик. Ну, это такой не сильно крупный, конечно. Но клюет. Перезакидывать не буду. Уже практически стемнело. Он такой небольшой. Чтобы ночью не бегать по этому холоду. Уже становится довольно прохладно. Завтра перезаброшу с утра. Закормлю хорошо. И тогда уже половим. А ночью хищника. Ну, с вечера, даже вот с такого времени, уже на крючках, наверное, будет не кукуруза, а что-то другое на хищника. Посмотрим, в общем. Просто сижу и смотрю на это. Утро. В общем, там одну оборвал закидушку, как всегда, в том месте она у меня цепляется. Ну, кукуруза целая.
Я говорю, сейчас такой себе клев. Один вот сазанчик, считай, клюнул. И которая зацепилась, которую сейчас оторвал. Ее один раз вчера дернуло неплохо. Может быть, и затащил он как раз таки куда-нибудь. Ага, вот здесь тоже зацепчик. Вот видите, уже сазана здесь практически нет. Он перебрался в другие места. Так, где-то была поклевка. Непонятно, тот поднатягивается, это что-то трясется. Где именно-то? Нормально так звенело. Либо сошел, либо где-то сидит. Но кто-то не крупный. Уже уходил. Увидел, что вот здесь вот трес. Посмотрим. Блин, что такое с зацепом, что ли? Завел. Вот так вот. Только прозевал все. Коряги. Непонятно, рыбы, по-моему, нет уже. Ой, блин. А, нет, есть, дергается что-то. Что-то дергает. Что-то не крупное. Карась. Вот такой крупный карась. Довольно-таки. О. Так, ну чё. Карась нам... Нет, карась не нужен. Но сама я хочу всё-таки поймать жереха. Поставить. Пойдёмте. Пошли. Короче, мне надо сделать рекламу. Сейчас я вам покажу палатку. Меня закрыть типа джинни, да, там? Вы должны говорить, ой, какая палатка, как классно. Да ты чё? Да, только обязательно. Покупайте такие палатки. Дрова в подарок. Нифига себе. Офигеть. Больше хвалебных слов. Ой, блин, я такую палатку первый раз в жизни вижу. Ты разувайтесь. Смотри. И раздеваться догола? Не, раздеваться не обязательно. Нифига себе. Нет, снаружи, кажется, места меньше, да, внутри? Две запросто можно поставить. Ну, я же говорю. Вчера сахар здесь рассыпал. А? Класс. Все, зимой на лед идем? Да. Одно как? Вырежем? Ну, не одно, я думаю, другое купить, утепленное. И его сделать под две лунки или под три. Ну, такие а, тоже. А этот-то низ тогда чё как? Чё низ, чё как? Ну, ты говоришь, а тут же полок низ отстёгивается или как? Ну да, вон же он на это. Вот это убирает? На молнии. Понял. Ну, класс. Ништяк, да? Вон там будете свои носки сушить.
Задохнешься. Вонючие. Короче, приехал дядя Толя. Показал ему палатку. Печку не топил. И так тепло. Потом как-нибудь. Ну я затоплю, я же умею. Ну смотрите сами. Чтоб сгорел. Вы-то да, умеете, это точно. Вот я думал, две палатки, ой, две этих войдет, нет раскладушки, вот входят сюда. И что она? Конча. На сайт перейдете, там все написано. Едем с дядей Толей в поисках рыбы. Там нифига не клюет. Нет-нет, что-то поддергивает. Сейчас в рыбный магазин заедем, купим. Ага. На крючок посадим и будем вытаскивать, да? Да, снимать. Не, кто-то же так делает видео. Ну а чё, почему бы и нет? На. Классно же, чё. В поисках рыбы приехали половить, пока на удочку, пока еще не сильно свечерело. Сейчас здесь воблы на сама наловит дядя Толя. И уже сегодня, наверное, на сама закидушки все-таки я поставлю. Убери свой дрын. Ладно. Как скажете. Что? Научить вас рыбачить? Смотрите. Ой! Чуть не научил. Запрашивать-то не умею. Сейчас научусь. Опа! Смотрите теперь сюда. На что ловите? На кукурузу. На кукурузу? А что? А что? Кукуруза это не вариант. А что вариант? У вас же червь есть. На червя мелочь. Я только на крупняк. А, вы на крупняк пошли? Да, я так и не возьму. Окей. Ну, дербанить-то дербанит, но, блин, у меня там-то крючок сазановый стоит. Давай маленький где-то. Да ладно, я и на этот, говорю же, поймаю сейчас. Сейчас дождусь, когда крупняк клюнет. Вот он попер все. Да, крупняк попер. Че вы смеетесь? Зато на какой крюк я его поймал. О, да, ну конечно. Базаров нет. Че, возьмем на живца? Держите. Сейчас, говорит, крупняк. Да. Вот видите, увидите, нам вот эта рыбка принесет нам огромный крупняк по итогу. Так, говорит, знаете, куда надо швырять? Эй! Вот туда, под дамбу надо. Ну-ка, уберите свой дрын. Уберите свой дрын. Сейчас я Блин, ладно, там тоже пойдет. Повыше встань, вон там. Сейчас, не шумите. Рыбу расшугаете. Крупняк, шугаешь меня здесь. О, видели там поклевки сходу? Я ищу, где крупняк стоит, честно. Да-да-да. Мне мелочь не интересно ваше это. Я видел твой крупняк. О, какая поклевка, смотрите, ну стопудов уже крупняк. Ага. Это 5 на 10 грамм. Смотрите, смотрите. Ну давай уже, веди. Выше кидайте он туда под плотину. Я только, наверное, там крупняк стоит. Блин, мелочь дербанит. Ну да. Я знаю, где крупняк, он туда закрутил. О, вроде повела, нет? Оп, мимо. А ну-ка сейчас вниз наоборот попробую.
ты уйди отсюда, а? Почему? Пришел на мое место. Я увидел, что вы рыбу поймали, сразу побежал. Я люблю увидеть, где люди рыбу поймали, и туда бегу сразу. Че врешь-то? О, видите, какая поклевка мощная. Что-то у меня зацепилось, что ли, там за что-то. Есть? О, есть. Ну, крупняк, крупняк. Пойдет. Видите, здесь то же самое клюет. Зачем кидать далеко? Опять зацепилась. А, это рыба, оказывается. Самая крупная на сегодня. Ой, свалилась. Крючочек большеватый. А ну-ка сейчас одну кукурузу посажу к червю. Такую маленькую. Бутерброд. Крупняк. Огромный. Что ты мне даешь? Вон садок. Вы же у нас спец по рыбе. Ну что, момент истины. Жерех, если есть, то он здесь. Сейчас попробуем. Вот здесь везде миляк. Замыло здесь, в общем, все камни. Вот нашел какой-то здесь затишок такой. Хочу попробовать здесь пару раз бросить. Надо ближе к воде идти. Нулина. Фу, ё-моё. Фу, испугался, думал, змея. Шкура длинная. Вот голова. В общем, катаемся по берегу. Пытаюсь где-то вот здесь вот половить. Думал, дядя Толя возьмет лодку с мотором. Но он ее с собой не взял. Поэтому чисто с берега ни на какой слив не сплаваешь, ничего не проверишь. Ну ладно, ничего, приобрету лодку с мотором. Если... то, конечно, отправимся по местам поинтереснее.
так с берега здесь просто их нет. Таких интересных мест не видать. Туда под дерево. Сейчас, в общем, все закидушки я буду ставить чисто на хищника. Меня не закинет, там он мне. Блин, хорошая яма. Давайте сюда тоже второй поставим. Заколомите? Нет, зачем, мы на этот же поставим. Как обычно. Просто этот вверх кину. Утром придем, двух сомов снимем. Смешно, да? Смешно его. Ты умеешь красиво. Да, утром придем, двух сомов вытащим. А что? Сомневаетесь, что ли? Вы сомневаетесь, да? А если снимем, тогда что? Не знаю. Ну тогда что? Давайте договоримся. На что, чего? Ну, что тогда будет? Да. На что спорим? На что? Давайте, на что спорим? Что готовы отдать? Ничего такое. Это я знаю, но все-таки. Очередное утро. Хожу, смотрю, что там по закидушкам. Вот здесь вот на мясо поставил я. Дергало вчера прям. Вон все, обклевали. Звенит, звенит. Ну, короче, никто не цепляется. Самовью одну посмотрел тоже. Пустая, воблу сняли. Вот, крючки пустые. Сейчас вот еще одну посмотрю. Ну, так вот, чтобы конкретно ничего не клюнуло. Вода ушла сильно. Всю ночь уходила. Может быть, поэтому, кстати. Вон там островки образовались аж на. В общем, тема такая, не знаю, это из-за воды то, что ее спускали, то ли не из-за этого. Ну, короче, рыбы вообще не видать никакой, никто ничего не клюет. Неожиданно, конечно. Ну и плюс, я приехал, думал, холод будет. Судя по прогнозу погоды, должен был быть. Но что-то пока довольно тепло еще. И ночью тепло. А днем так вообще еще пекло. Пока поставлю на кукурузу днем. Еще один день заряжу опять на ночь. На сама. Сейчас отправимся дальше в путь в поисках рыбы. Бегите, бегите, бегите. Сазан обрадовался-то как. Ух, что, сбылась ваша мечта, да? Не говори, пусть голоду не помрем. Угу. Голодающий наш дядя Толя. Да вы сейчас провалитесь в воду там. Здоровый. Да ладно.
Да, 3 кило. Сейчас, ждите. Ой, дядя Толя! Вы чё? Чё, реакция пропала? Ну чё, как настроение? Поднялось. Поднялось? Да. Отпускать будете? Нет. Нет? Ну ладно. Кстати, пацак, если что, дырявый, если он сейчас убежит, то я вас предупредил. Все, дальше он ваш. Вот видите, потеплело, клюет сазанчик. А вы жаловались. Я так понял, отцепить вы сами не сможете, да, там? Вот, клюет. Надо даже эту, наверное, восстановить закидушку, раз уж клюет. Да? Ну да. Вам же сазаны нужны? Че? Вот я не удивлюсь, если убежит. А куда вы его понесли? А, там. Короче, приехали опять в облу потягать. Я уже наловил вот здесь крупняка огромный. Дядя Толя мелких вот таких ловит. А у меня, короче, чисто крупняк идет сейчас. Поснимать решил. Чуть еще прикормлю сейчас обычной кукурузой. Короче, пока нас не было, здесь все закидушки клевали. Они все сорванные. О, спец по рыбе уже. Че, вы сазана тоже сразу почистите? Ну да, уху, а что, уху, а уху будете варить? Да. Ништяк. В общем, по вечеру сюда вернулись. Пока дядя Толя там поплавочку опять. Я не могу так одно и то же. Здесь опустил подводную камеру. Она мне здесь засекла, что здесь куча судачка ходит. Не крупного, правда. И я пришел попробовать его здесь половить. Сейчас опущу туда вот такую вот снасть зимнюю. Попробую.